Привет! Сегодня у меня будет следующий народный эффективный рецепт при катаракте. Его необходимо делать весной, так как это растение и этот сок появляется только весной. Итак, если у вас есть на приусадебном участке, если вы живете в селе, есть доступ к даче и так далее, например, у ваших соседей есть виноградная лоза. Итак, в момент, когда весной соки по растениям поступают и начинают формироваться почки, листья и так далее, необходимо обрезать виноградную лозу. Вот так она выглядит. Берем, обрезаем одну лозу, и там такая капелька образуется. То есть капелька, сок идет. Это значит, что сок идет. То есть если вы в апреле попробовали, сока еще нету. Значит, ждем еще несколько дней, пробуем еще. Когда только сок начинается, все, начинаем интенсивно проводить эту терапию. Обрезаем лозу, появляется капелька. Необходимо этой капелькой закапывать глаза. Притом это нужно делать каждые 2 часа в светлое время суток. Ровно 1 неделю. Если капелька с лозы не падает, значит берем какую-то чистейшую пипеточку и эту капельку с лозы пытаемся загнать в пипеточку, а потом уже закапываем. Если будут очень сильные какие-то неприятные ощущения, жжение, которое не проходит или долго задерживается, наверное, вам такая терапия не подходит. Но этот рецепт очень эффективный. И через 2-3 недели вы заметите улучшение не только если у вас катаракта, а и другие подобные любые глазные заболевания. Попробуйте этот уникальный, малоизвестный рецепт. И будьте здоровы. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.